Всем привет, меня зовут Ольга. Если вы все еще вот таким вот образом складываете просто на резинке, тогда это видео точно для вас. Постараюсь показать все очень наглядно. Итак, у меня огромная простынь, примерно 180 на 2. Сначала расправляем ее и берем два угла, совмещаем их вот таким вот образом. Дальше ищем третий угол. Третий угол нам тоже нужно накинуть сверху. Раз. Итак, остался еще один. И мы как бы все эти углы нанизываем на руку. Теперь мы должны просто все это дело расправить. Расправляем резинки с одной стороны, как бы натягивая, и с другой стороны делаем то же самое. Сейчас я показываю медленно, потому что пытаюсь все это заснять на видео. На самом деле в жизни это все гораздо быстрее. Когда вы соединили все четыре угла, расправили резинки, теперь вам из этого нужно сделать что-то подобие прямоугольника. Хотите сделать более аккуратно, можно делать это на кровати, например, на какой-то горизонтальной поверхности. Я привыкла делать это вручную, мне так больше нравится, удобно, быстро. Теперь складываем наш прямоугольник до вашего размера контейнера или полки, где у вас это будет храниться. Вот таким вот образом. Итак, показываю еще раз. А этот вариант немного упрощен. То есть вы сначала соединяете с одной стороны два угла, затем вы соединяете два угла с другой стороны. Этот способ как раз отличается тем, что там мы накидывали на одну руку все четыре угла, а здесь нам нужно в каждой руке по два угла. Так даже проще делать, особенно когда у вас очень длинные простыни, очень огромные. Итак, расправили простынь, в каждой руке у вас по два угла, после этого вы соединяете руки, перекидываете через одну сторону, и у вас уже расправлена резинка, видите, с двух сторон она ровная. Осталось только сделать из этого прямоугольник, вот так вот вам покажу с этой стороны, чтобы было видно. У вас вот такой вот прямоугольник, на одной руке у вас одеты углы. Дальше я буду складывать ее в узкую стопочку такую, поэтому складываем в три раза, расправляем и все, сворачиваем до того размера, который вам нужен под ваш контейнер или ящик, ну или полку, как вы храните. Буквально 1-2 раза попробуйте, будет все получаться в десятки раз быстрее, просто сейчас я старалась показать все медленно, чтобы было понятно.